Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар». Благодарю вас, что зашли, что подписываетесь на наш канал. Буду вам очень благодарна. Сегодня мы с вами находимся в поселке городского типа Ильский. Смотрим дом на огромном земельном участке в 23 сотки. Дом 145 квадратных метров. Ну, такой по формату «заходи и живи». С очень интересной планировкой и хорошим ремонтом. Стоимость дома 12 миллионов 400. Давайте начинать. Мы находимся с вами, еще раз повторюсь, в поселке городского типа Ильский. Это поселок у нас с развитой инфраструктурой, поселок Северского района, территория предгорья. Здесь у нас свои школы, садики, есть музыкальная школа, школа искусств, стадион, кинотеатр, МФЦ, банки, кафе, рестораны, рынок. В общем, можно перечислять до бесконечности. Также здесь, друзья, отличная транспортная доступность есть. ЖД-сообщение. Очень удобно добираться до Краснодара и до Черноморского побережья. До Краснодара у нас порядка 40 километров по федеральной трассе, а до Черного моря у нас порядка 100 километров. Что касается школы, детских садов, то мы ориентируемся здесь на школу номер 152 и на детский садик номер 7. Это примерно 1,5 километра от нашего места нахождения. Поликлиника и рынок также порядка километра. Ближайшие сетевые магазины порядка 800 метров. Рядышком у нас все, в общем-то, находится. Остановка общественного транспорта. Очень удачное местоположение. В целом территорию предгорья у нас очень любят, ну, поскольку уже до моря близко, и до Краснодара. Подъездные пути, здесь хорошая грунтовая дорога, до выезда на асфальт совсем недалеко, порядка 200 метров. Широкие придомовые территории. Думаю, домик вам понравится. Давайте начинать. Ну что, давайте будем заходить с вами на участок. Осмотримся сначала по придомовой территории. Широкие придомовые. Есть вот такая тротуарная плитка, выложена дорожка. Перед домом газонная трава, деревья сидят. Такая очень широкая придомовая, порядка 40 метров. У нас будет двойной заезд для машин. Тоже тротуарной плиткой выложена придомовая территория, ворота. И вот сюда покажу, мы будем попадать напрямую в гараж. У нас два гаража пристроены к дому, с двух сторон абсолютно идентичных. Только один у нас будет с навесом еще дополнительно. Сейчас как раз посмотрим, ну так, с фасада покажу, чтобы было понятно, огромный навес. И далее мы уже попадаем в гараж. Сейчас мы с вами пройдем до калитки. Обратите внимание, ливневочка везде внизу. И будем заходить уже на сам участок. Давайте будем заходить с вами на участок. Отдельное удовольствие — участок с широким фасадом, с красивой придомовой территорией. Высокие уже большие деревья, взрослые. Отгорожена территория под газон, под цветы. Ну, думаю, кому-то понравится такой формат. Давайте смотреть уже изнутри. 40 метров у нас ширина фасада, двойной въезд. Ворота с двух сторон. Смотрите, какой красивый газончик. Посерединке там камушки, да, обращайте внимание. С этой стороны тоже газон, деревья. Все это зелено. Ну, такой вот, да, приятный очень вход. Посередине центральный вход у дома. И вот как две башни с двух сторон. С правой стороны вот гараж открыт, да, ролета смотрим. И с левой стороны у нас будет, обрати внимание также, тротуарная плиточка перед домом. И вот с левой стороны у нас вторые въездные ворота в гараж. Здесь у нас поликарбонатовый навес на металлическом каркасе. И мы проходим, смотрим с вами левую сторону участка. Здесь прям как футбольное поле. Выкошенная газонная трава, зеленые кустарники, вечно зеленые по периметру посажены. Часть участка, ну, участок же большой, помните, да, 23 сотки. Поэтому получастка у нас зашита профлистом по периметру, ну, как часто вот отделяется, да, и оставшаяся часть у нас там сзади огород. Давайте обойдем его со всех сторон. Там мы вернулись опять к фасадной части здания, зашли там, где у нас навес на воротах, и вышли с той стороны, где у нас второй гараж. Огромные два гаража, говорила уже, еще раз повторюсь, 35 и 34, ну, примерно одинаковые квадратных метров. Тротуарная плиточка везде лежит. Сейчас посмотрим вот здесь, с правой стороны. Вольер для собаки был. Если у вас есть большой четырехлапый друг,
Домик для него тоже здесь уже предусмотрен. Ну и рядышком такого плана небольшой есть сарайчик. Так, ну что, мы с вами по территории здесь осмотрелись. Ну, внешне дом выглядит, конечно, очень-очень интересно. Участок тоже большой. Перед домом не хочется здесь никаких садов, огородов городить. Достаточно того, что много зелени, много кустарников. Да, все это красиво выстригается. Очень смотрится, конечно, презентабельно. Из надворных построек здесь у нас не очень много. Ну, как бы, вот смотрите, если не хотим пользоваться участком, вот нам дом, пожалуйста, с газонной травой. А если хотим огород, то идем с вами вот сюда. И птичек здесь держали, и кроликов. Огромная теплица. Теплица из поликарбоната. И наша плантация, да, целая плантация. 23 сотки земельного участка. Ну, это с учетом дома. У соток, наверное, 10 под домом, и 13 соток – это вот уже дополнительно у нас земельный участок. Тут особо хвалиться нечем, но давайте все же обойдем, посмотрим, в каком состоянии это сейчас. За домом, конечно, ухаживают, смотрят внутри, а вот участок, к сожалению, у нас давно не обрабатывался. Фруктовые деревья сидят. Есть там и груша, и яблоня, и черешня, грецкий орех. Вот. Но в целом остальные посадки нужно посадить. Но зато в придомовой территории у нас декоративные растения имеются и озеленение. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важная актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Ссылочка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании к каждому видео. А мы продолжаем с вами осмотр нашего земельного участка. Еще раз пройдем по придомовой территории. Обратим внимание на навесы. На гараж давайте зайдем, посмотрим. Гараж с левой стороны, потолок подшит пластиком, выведено освещение, стены здесь заштукатурены под покраску, плиточка лежит на полу. Ну и точно такой же гараж у нас со второй стороны. Давайте все-таки до него дойдем, потому что часто бывает в доме две машины, и очень хочется. Вообще не видела, да, вот чтобы два гаража вот таких строили с двух сторон. Но вот здесь собственники так решили. Так, у нас также плитка, стены под покраску, электрика выведена. И здесь есть вот такое секретное помещение. Давайте мы сюда пройдем. Здесь не просто так, а здесь вот прям настоящая спряталась банька. Давайте посмотрим. Стены у нас облицованы деревом. Здесь печка, баня на дровах. Тоже, да, кому-то на газу, кому-то на дровах. Ну вот, здесь на дровах есть помывочная, душ. Тоже плиточка, смотрите, как хорошо сделан. Такой, все в современном формате. И давайте вот сюда заходить в саму парилку. Не скажу, что очень просторная, но 3-4 человека, сидя, прям хорошо поместятся. Полежать, ну, вдвоем, да. Ну, главное, что такое помещение имеется. Давайте осмотримся по планировке. Два этажа у нас. На входе у нас прихожая 4,3 квадратных метра, спальня площадью 10,7. На первом этаже имеется гостиная 24,3. С правой стороны кухня 24 квадратных метра, просторный холл 18,4 квадрата. На втором этаже у нас с вами расположилось две спальни по 15 квадратных метров. А вот комната еще у нас есть на промежуточном этаже. Мы тоже ее с вами обязательно посмотрим. Интересная планировка у дома. Совершенно нестандартная, я бы сказала. Ну, в общем-то, как и сама постройка дома. Давайте будем заходить, осматриваться внутри по ремонту. По мебели, по наполнению. Напомню, что стоимость объекта у нас составляет 12 миллионов 400. Мы сегодня с вами в поселке городского типа Ильский. 145 квадратных метров у нас жилой дом. Дом у нас, друзья, 99 года постройки. Дом на ленточном фундаменте. Полностью кирпичный.
тоже немаловажно. Коммуникации у дома все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик. Септик здесь на 6 кубов. Место высокое, сухое, воды здесь не бывает. Ну, мы с вами тем временем осматриваем холловое помещение. 18,4 площадь его составляет. Стены здесь оклеены обоями. Потолок под покраску. На полу лежит ламинат. Ламинат заедино по всему дому. И переходим с вами в гостиную. Просторная гостиная, 24,3 квадратных метра с двумя окнами. Окна выходят на террасу, мы тоже обязательно посмотрим. Вот такого плана ненавязчивые обои с рисунком. Красивая люстра. Ну, как-то вот торжественно, я бы сказала, выглядит данное помещение. Дом у нас продается с тем наполнением, которое представлено сейчас в видеообзоре. Поэтому давайте будем все рассматривать с вами детально и подробно. Я думаю, что дом должен вам приглянуться. Так, вот отсюда у нас в левую сторону есть спальня на первом этаже из гостиной. Ну, скорее всего, это гостевое помещение будет. Да, может быть, спальня ваша. Возможно, это и кабинет какой-то станет в будущем. 10,7 площадь его составляет. Стены оклеены обоями. Потолок натяжной, матовый, фигурный. Ну и давайте тоже на обои обратим внимание. Столешницу вот отсюда мебель, с мебели забрали. Но, видимо, какая-то была очень дорога, как память. Ну, я думаю, что несложно будет ее восстановить. Шторы хорошие остались. Ну, даже в таком доме не выворачивать язык, сказать шторы. Гардины, да, прям такое слово. Ну что, здесь мы с вами закончили. Давайте переходить в следующее помещение. Это кухня. Если захотите прям соединить кухню-гостиную, ну, мне, конечно, жалко, говорить, стенку здесь поломать. Такая вот она красивая фактурная штукатурка или шпаклевка, как правильно это сказать. Но это не обои. В виде ламината у нас здесь плитка на полу с балками, интересный потолок со встроенными светильниками. Такая кухня тоже очень своеобразная, очень интересная. Кухонный гарнитур в хорошем у нас состоянии, с полным наполнением, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка. Все это также у нас остается при продаже. Ну, барная стойка, наверное, тоже кому-то пригодится и понравится. Здесь у нас есть выход на террасу, веранда, как вам больше понравится. Полы хозяйка только прямо перед нами намывала, чистоту наводила. Огромная тоже площадь, 25,5 квадратных метров. Окон много, окна с проветриваниями, что тоже очень немаловажно, да, что можно и зимой, и летом пользоваться. Погреб внимательно обратили. Давайте прямо еще раз туда поподробнее заглянем, потому что тоже для многих это нужное и важное помещение. Полочки, да, пожалуйста, кирпичная стена, там бетон на полу, все сухо. Мы с вами возвращаемся назад на исходную. Это у нас кухня, потому что здесь осталось еще у нас недосмотрено помещение санузла. Ну, вот такая планировка. Кто-то, знаю, к этому зацепится. Но так строили. Тут дом явно по индивидуальному проекту строился. Собственникам так нравилось. Ну, будем искать того, кому приглянется такая планировка тоже. Просторный, друзья, санузел. 7,7 квадратных метров. Ванна шикарная. Рядом с окном. Чашечка кофе. И лежу, смотрю на участок. Стены облицованы кафелем, на полу плиточка. Теплый пол у нас там, где есть плитка. Но в целом с первым этажом мы с вами осмотрелись. Напомню, что есть у нас жилая комната на первом этаже. И далее мы с вами поднимаемся выше. Лестница нас ведет на второй этаж. И на втором этаже у нас расположилось две жилые комнаты. Комнаты хорошие по площади. 15 квадратных метров одна. И такая же комната будет у нас вторая. Хорошие широкие квадратные комнаты. Потолки здесь натяжные, матовые. Осветительный прибор, люстра. На полу лежит ламинат, стены оклеены обоями. Мебель, напомню, также остается вся, что у нас представлено в видеообзоре. Еще одна жилая комната. По ремонту здесь у нас точно так же. Я надеюсь, вам такой дом понравится. Три спальни у нас имеются. Огромная кухня, классная гостиная, хороший ремонт в доме. Ну и я считаю, что достойное вполне себе наполнение.
Если вам такой дом понравился, пишите, звоните. Я вас благодарю, что вы досмотрели видеообзор до конца. Не забывайте сохранить номер ID объекта, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на все ваши вопросы. Ну, еще раз прошу вас, не забудьте подписаться на канал. Буду вам очень благодарна. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».